Всем привет! Сегодня у меня для вас новый лукбук с идеями образов. Уже летний, но, пожалуй, пока еще для прохладной погоды. Он у меня сегодня в какой-то степени особенный, потому что будет много крутых вещей именно от русских дизайнеров. Мне их предоставил на выбор магазин Etsy Shop. Это такой торговый центр онлайн, как они себя называют. Там представлены очень-очень разные бренды, дизайнеры, разные по настроению, по стилю, по ценам, ну и пару слов о них. В отличие от привычных нам масс-маркет брендов, меня лично очень порадовало качество. И вообще в целом то, как все у них добротно сделано. В принципе, вы в лукбуке наглядно убедитесь во всем. Плюс, конечно, эти вещи совершенно не массовые, их всего пару экземпляров, что, я думаю, как раз очень понравится тем, кто не любит вот эти вот штампованные масс-маркет образы и вещи. Ведь, кстати, цены у них зачастую плюс-минус на уровне той же Zara. Тем более, как я посмотрела, у них очень часто скидки и распродажи. В общем, мне лично все очень понравилось. Ребятам респект за то, что они делают. Все ссылки, как всегда, внизу, там же код на бесплатную доставку. И давайте же смотреть лукбук. Первый образ у меня с хлопковым платьем-рубашкой. Мега универсальная вещь на лето, так как образ с ней можно составить хоть офисный, хоть повседневно-прогулочный, надев с теми же кедами. Пляжный, хоть вечерний, в общем, какой угодно. Расстегивая и застегивая верхние пуговицы и закатывая рукава, можно легко регулировать степень строгости и расслабленности в образе. Плюс можно надеть такую вещь и снизу, как простую рубашку. И, кстати, такой образ у меня тоже сегодня будет попозже. Монохром в образе всегда отличная идея, но если при этом образ вам в итоге кажется скучноватым, советую пустить в ход какие-нибудь примечательные детали. У меня здесь получилось довольно много. Это и цветовой акцент в виде сумки, и необычные броши, атласная ткань бомбера, ну и самое, пожалуй, интересное, это мужская футболка с очень необычным декором. В общем, пустив в ход фантазию, можно превратить простой монохромный образ холст в действительно интересную картину, которую будет хотеться рассматривать. И вот еще вариант с тем платьем-рубашкой. Мне, кстати, у него очень нравится этот принт. Он такой и милый, и простой, и в нем есть даже какая-то нотка ретро. Как, в общем-то, и в этой юбке под замшу, и в оверсайз-джинсовке, и в очках. Мне почему-то такие образы очень приятны. Плюс они вместе с тем еще и актуальны, и не так уж часто и встречаются. Также в этом образе хочу обратить ваше внимание на сочетание цветов. Голубой и оранжевый — это у нас, можно сказать, уже классическое сочетание. И я разбавила их нейтральным белым цветом, чтобы немного сбавить уровень яркости. Светлая грубая джинса и пастельная рубашка. Это, пожалуй, одно из простых и беспроигрышных сочетаний. В рубашке лучше всего быть свободной и прямого кроя. Это, кстати, очень классный вариант. Она сделана из какого-то очень плотного хлопка с красивым, слегка сатиновым отблеском. За счет этого она смотрится как-то немного даже нетипично в хорошем смысле. Мягенький жилет делает этот образ более многослойным. Ну и, честно говоря, погода поспособствовала тому, чтобы что-то вот такое согревающее здесь присутствовало. Ну и чтобы весь образ у меня не получился слишком уж приторным, эфирным, пастельным, здесь внезапно мой выбор пал на брутальную черную сумочку. Совершенно иной по духу образ, теперь уже с ноткой готики. И здесь, конечно, весь тон задает платье необычного кроя. Кстати, не могу не отметить, что оно просто потрясающе садится по фигуре. Можно его так же, как я, например, присборить ремнем, или же распустить все это дело. Тоже выглядит очень круто, более свободно и брутально, что ли. Здесь мне захотелось поддержать темную гамму, стилистику, но я просто не могла не добавить чуточку иронии и веселья. И поэтому вы здесь видите эти броши. Thank you.
все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравились идеи. А я уже с нетерпением жду тепла для полноценно летних образов. Всем до скорого!